Севастопольские мамы и клуб любителей истории Отечества за сохранение и возрождение Севмурзавода и фонд спасения бездомных животных. В разгар предвыборной кампании общественные организации города создали коалицию для поддержки кандидата в народные депутаты Украины по 225-му избирательному округу Николая Помогалова. Это стало темой сегодняшней пресс-конференции. Почему за Помогалова? Дело в том, что Николай Помогалов, наш старый, добрый, давний друг, с нашей точки зрения, это человек с большой буквы, гражданин. Цель создания коалиции – содействие проведению честных и открытых выборов и поддержка кандидата в народные депутаты Украины Николая Помогалова. Вы внимательно посмотрите на состав Верховного Совета нынешний. Он нуждается в коренной перестройке, переделке, замене. Там должны присутствовать люди, умеющие делать, знающие, как нужно делать, как общаться, как выстраивать ценности. Главное знать свой регион, уметь чувствовать, чем живет этот регион, в чем нуждается, уметь делать, а остальное придет. Председатель общественной организации «Клуб любителей истории Отечества» Юрий Мишин сказал, что за годы независимости избиратели получили огромный опыт и при этом понимают, что... Есть люди дающие, а есть люди берущие. Помогала, скорее всего, оправдывая свою красивую фамилию, готов помочь любому и каждому, невзирая ни на время, ни на финансовые, ни на физические, ни на другие затраты. Поэтому... Вот из категории людей очень активных, с активной жизненной позицией. На данный момент соглашение подписали представители 8 общественных организаций. Среди них фонд спасения бездомных животных, которому Николай Николаевич многократно оказывал серьезную поддержку. И на основании почти 3-летнего опыта общения у сотрудников сложилось такое представление о Помогалове. Присущие качества ему доброта в первую очередь, ответственность. Он держит слово и отвечает за свои поступки и слова. Отвечать за слова и поступки, пожалуй, главное, что ожидает народ от своих избранников. И еще очень важно творить добро не только накануне выборов, а непрерывно и постоянно, сделав это своей активной жизненной позицией. Как Николай Помогалов, кандидат в депутаты Верховную Раду Украины по 225-му избирательному округу. Наталья Новикова, Максим Чикин, программа «События дня».